Привет всем, друзья, с вами мистер Чир. Мы наконец-таки возвращаемся. Я вернулся домой, готов уже записывать, стримить и продолжать развивать свой канал. Хоть какими-нибудь маленькими, но шажками вперед. Итак, у нас сегодня матч с Уфой и первый матч с Фенербахче за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Посмотрим, что из этого получится. Но у нас сегодня не основной состав. Мы готовы выигрывать Уфу. У нас в составе сегодня и Еременко, которого мы выставили на продажу, но его пока никто не приобретает. Ну что, Странберг с Еременко в центре поля разводит. Поехали. Как я давно не играл фифулю-то, а? О, но это было жестко, это было жестко. Здесь даже можно было. Дайте карточку. Еременко, удар в стенку. Гордюшенко, Еременко, Еременко, перекладина. Надхо, Еременко. Мяч в воротах, 1-0. Суматоха возле штрафной привела к тому, что все-таки Еременко открывает счет в этом матче. Мы давили. Вот здесь вот перехват. Отлично от Натху и мяч в воротах. Аккуратно, не в свои ворота! Что это сейчас было на бабке? Потом у нас Урал и ответный матч. Бобровке, Игорь. Крылов. Ему очень сложно против Игбуна там на фланге. Но ничего не сделать. Еременко, заброс на Ионова. Ионов! 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 О, боже мой! Еременко, Ионов. Размашистые атаки. На Ионова проходит мяч. Нет, перехватывают. Уфы-то вышли свеженькие, а у нас-то некому выходить. У нас все остальные готовятся к матчу с Фенербахче. Опасно. Гордюшенко. Странберг. Вот сейчас будет последняя секунда матча. Очень опасно. Перезуцкий. Странберг. Гордюшенко. Странберг. Свисток. Все-таки побеждаем. Все-таки мы побеждаем. 1-0. Как-никак победа. Даже с минимальным счетом. 8 ударов. Ни одного створ. Но Игорь отразил 6 ударов. Как так? Непонятно. Итак, следующий матч у нас в Фенербахче. Пресс-конференция, дисквалификация кончена. Ну, давайте пресс-конференцию. Замотивируем наших игроков. Мотивация все-таки должна присутствовать в Лиге Чемпионов. Итак, Руни. Первый матч в Лиге Чемпионов за ЦСКА. Так, Кар обязательно выходит. Вот что нам делать с крайними защитниками, я вообще не представляю. Где Юнг? Юнг, Юнг, Юнг. Оксфорд. И так, Тошич, 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 Тошич.
Детошечка. Миланов. Вот, он травмирован у нас. Миланов травмирован. Я в шоке. Ладно, пускай Ткачев пока, если что, его заменит. Кто-нибудь. Пипец, у нас все травмированы. Так, ладно. Да, именно такой состав. Сейчас посмотрим, что у нас вообще с составом будет. Будем. Биброснатха нам не нужно. Продажи его. Биброс нам как раз таки нужен. Крайних защитников надо искать. Ладно, друзья, напишите в комментариях крайних защитников. Мы с вами поищем. Да, они уставшие, но ладно. Постараемся. Полное выздоровление у кого? Щенников. Так. Так, Юнг согласился на контракт. Отлично. Что там у нас 100... О, Щенников. Щенников, Щенников, блин. Давайте в запас поставим хотя бы. Хотя бы в запас. Ну, погнали. Первый матч в Лиге Чемпионов. Пускай они в белый сыграют. Погнали. Фенербахче должен играть Джанер, как я понимаю. Бывший игрок ЦСКА. Вау! Вот это представление. Вратарь Демирель. Волкан Демирель. Сколько лет, сколько зим. 35 лет. Офигеть. Ну что, связка бывшая МЮ должна у нас затащить сегодня. Неплохо, Руни! Руни удар сразу! Играем, кстати, дома первый матч. Вот это да. Жесткий прессинг в начале матча. Жесткий прессинг. Вот к чему это приводит! Все-таки судья увидел нарушение. Ткачев. Так, неплохо. На Руни, Руни! Принять мяч-то. Руни! Не нарушал! Все-таки нарушение опять. Нету возможности даже у Фенербахче нормально выйти в атаку. Но главное не накаркать. Ткачев. Ткачев, удар! Руни! Демирель. Руни, Головин, прокинул, можно забросить, Решвард, Решвард 1-0, 1-0, друзья. Неплохо. В первом домашнем матче мы открываем счет, опять же на 37-й минуте, что-то сегодня... 37-я минута у нас прям результативная. Вернблум. Юнг. Но это было жестко. Ткачев. Руни. Руни удар с левой ноги. Брэшвард. Не, здесь ему... Будет сложно его туда перевести бы. Ткачев. Ткачу. Против Головина хорошо играет у нас Вандервиль. И опасно, Игорь сблизится. Ну, все-таки залетает в пустые ворота. И офсайда нету. 1-1. Ой-ой-ой, это Ван Перси или кто это был? Седьмой номер, кто? У них, я не знаю. Нет, седьмой номер не Ван Перси. Седьмой номер какой-то бородатый мужик. Обида. Обида, не успел там ни Оксфорд, никто. Посмотрите, что вот здесь было сейчас. У нас на Бабкин накосячил опять. Оксфорд прыгал, но не достал. Кто это у них забил-то? Это у них Потук. Альпер Потук. На Руни! Руни! Не слышим! Ткачев здесь разобрался против четверых. Руни выпрыгнул выше защитника. И мяч в воротах. Шикарно. 2-1.
Уэйн Руни. Первый гол в Лиге Чемпионов в этом году на 70-й минуте. Головин дальше на Решфорда. Решфорд. Отдать на Руни. Руни! Сам удар. Вернблум. Неплохо. Дальше. Хорошо. Дальше. Решфорд. Нужно третий. Нужно третий. Третий! Третий гол дома. Это шикарно. Это шикарно. Ну что, Волкан, 35 лет, нужно уже на пенсию уходить тебе, братан. Когда тебе твои партнеры по команде вот так вот выводят нападающего на тебя, это нужно быть молодым, чтобы такое затащить. А ты уже старенький, братан. Ты не Буфон, вечно молодой, вечно тащер. Они настолько разозлили своим мячом, привезенным из Турции. Ткачев. Но здесь ему сложно. Сложно бороться. Руни в прессинге. Вернблум здесь подключается. Ужасная игра от турков. Хотя главное сейчас не накаркать про ужасную игру. Ну вот, как-то они пытаются что-то сделать, но мы здесь все на корню рубим. Юнг. Ну что, друзья, победа 3-1. И в следующей серии решится, выйдем мы в Лигу Чемпионов или нет, но все возможно. Все возможно, еще Фенербахче может перевернуть все дома. И нам будет ой, как непросто, друзья. Ну что, до матча с Уралом сейчас просимулируем. Ну все-таки Еременко предлагает в Арсенал. В Арсенал. Встречное предложение. Давайте мы... Нет, давайте... 18,5, если предложат, то мы его продадим. Недоволен настрою Еременко. Ну что, друзья, увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.